Ну, все видели игру, игру начали здорово, забили гол. Потом грубая ошибка защитника, пропустили гол. И мы во втором тайме еще, при счете 1-1 еще момент. Не забиваем, получаем ответный гол. При счете 2-1 имеем опять 100% момент. Не забиваем, получаем третий гол. Из-за грубых ошибок обороны, скажем так, и нереализации моментов, то, что мы имеем, и проигрываем матч. Мое мнение, что сегодня из-за грубых ошибок и нереализации моментов 100% мы проиграли матч. Всем ребятам спасибо за игру и будем готовиться дальше. Саламат бо'ling. Rahmat faqatingiz. Bo'lsa, murabbiyning ishi birinchi yaxshi o'yinda ancha yaxshi tomonga o'zgargan, lekin o'sha hujum tashkil qilish bor, oxirida o'zida aytgan realizatsiya yetishmayapti. O'sha yozgi transfer orasida baribir transfer qilasiz, 5 talik limit bor. O'sha yetadimi o'zingiz xohlagan jamoa shakllantirishga ikkinchi davr oldidan? Ну, конечно, хотелось бы побольше 5 игроков, но так как регламент позволяет 5, мы будем исходить из 5 человек. Мы ведем переговоры и будем над этим работать. Потому что нереализация момента, по моему мнению, это неумение. То есть кто-то может скажет, там повезло, не повезло. Но по моему мнению, есть умение, есть неумение. Если человек умеет, он забивает. Если он не умеет, он не забивает. Простая арифметика. Поэтому это мое мнение. Каждый в футболе есть мастерство, есть умение и неумение. Поэтому люди не забивают, имея 100% момент. Пожалуйста. Как вы считаете, не беря во внимание события матча, Бухара могла бы на равных играть с ОКНК, то есть вот именно если взять блок в лоб? Ну, я, наверное, думаю, что вы были на матче и смотрели матч, и реализуемые моменты, и не сделали грубых ошибок. Возможно, было бы сегодня, мы бы не проиграли, как минимум, да? Но так как футбол состоит из ошибок, да, той или иной команды, и получается определенный результат. Я думаю, конечно, мы могли на равных играть и не только с ОГМК, и со всеми клубами в чемпионате Узбекистана, поэтому мы играем настолько, насколько уровень футболистов может или не может играть. Sizning jamoalaringizni o'rganganmiz, ya'ni doim ko'rib kelganmiz, himoya va darvozada aynan o'sha jamoa o'ziga kerakli golni urib olgandan keyin doim qat'iy strogiy himoya bilan tartibli o'ynaydi, o'ynab kelgan jamoalaringiz va minimal xatolar bo'ladi. Lekin Buxoroda ko'ryapmizki, o'sha oldingi legioner darvozabon bitta o'yinda ikkitadan qo'pol xato yo'l qo'ydi. Bugun himoyachi qo'pol xato yo'l qo'ydi. Nima deb o'zingizga bunaqa sizning jamoangizni aynan orqada Ну, мы только что об этом говорили, да, это мастерство, во-первых, футболистов и уровень футболистов, да, поэтому такие грубые ошибки. Ну, это футбол, и ошибки бывают, и бывает, что команда в целом играет хорошо. Сейчас не будем на этом как бы зацикливаться, да, всем ребятам спасибо за то, что старались. За то, что хотели, но не выиграли. То, что вы говорите, что такие ошибки, или вы говорите, что в обороне или в атаке, да, правильно я понимаю? Ну, это, наверное, уже не ко мне вопрос, наверное, вопрос в том, кто занимался селекцией. Поэтому каждого игрока надо брать под определенные качества, да, есть сильные качества, есть слабые качества, поэтому у каждого игрока есть определенные качества, поэтому игрок, и от этого зависит рейтинг игрока, и от этого зависит его гонорар, поэтому сегодня у нас такая команда, но мы будем работать над ошибками,
следующих матчах надеемся, что будет положительный результат. Пожалуйста. Можно? Да, да. Означает ли это то, что в межсезонье вы выйдете на трансферный рынок и будете укреплять оборону? Ну, мы же об этом говорили минуты 2-3 назад, да? Вот человек задал вопрос. Регламент разрешает 5 игроков. Мы будем исходить из регламента 5 игроков. Если, дай бог, получится, будем укрепляться. Это будут иностранные игроки? Почему иностранные и местные игроки? Мы же не можем 5 иностранных взять, имея у нас тоже легионеры. Поэтому будем исходить от ситуации. Махамат, охрана. А есть ли у вас до 30 трансферного окна какой-то план по спасению, так скажем? Потому что матчи идут, если команда просто будет терять очки и просто ждать трансферное окно, может этих очков в конце не досчитаться. А что делать вот в таком кризисном положении, пока нет возможности на трансфер? Есть ли у вас какой-то план, может, решение? Ну, план от игры к игре. Даже сегодня у нас был определенный план. Если бы, да, как мы говорим, да, то есть не сделай грубую ошибку и реализуй моменты, и был бы положительный результат. Но так как ситуация пошла, скажем так, не в пользу нас, поэтому мы и проиграли. И если мы возьмем любые матчи, в любых матчах мы имеем возможность забить, и мы проигрываем матч. Давайте возьмем вот Бахтакор, мы не забили на 98-й минуте пенальти. То есть это тоже определенный. Поэтому говорим, есть умение, неумение.